Здравствуйте, я иславна Стаиславна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Благодаря свободному отношению постмодернизма к классике мы получили возможность вторгаться и в детские канонические тексты, ничуть не смущаясь и не раскаиваясь. Есть более или менее удачные примеры. Вот в качестве такого удачного приведу забавные и веселые интерпретации и переделки очень известных сюжетов Себастьяном Мешенмозером, немецким художником, Подружниками писать. Итак, эта трилогия о волчьем семействе, точнее, судьбе трех братьев. Разумеется, если вы зануда, без чувства юмора, то лучше эту трилогию не читать и даже в глаза не видеть. Если до вас семеро козлят, невинные козьи деточки, беспечные мамы козочки, или красная шапочка, очаровательная девочка с пирожками и горшочком маслица, то, пожалуйста, не ломайте в своей голове стереотипы. Но если вам хоть немного интересно узнать, как одному из братьев Удалось настолько понравиться бабушке красной шапочке, что она попросила его переехать к ней жить. Тогда рекомендую трилогию Себастьяна Мешенмозера «Волк и девчонка в красной шапке», «Волк и семеро скверных козлят» и «Волк, которого никто не боялся». Автор один из самых известных современных художников и детских писателей в Германии. Его книги переведены на 15 языков и пользуются большим успехом во всем мире. Его особая творческая манера. Он сначала рисует иллюстрации и только потом пишет текст. Он обожает животных, считая их загадочными существами, но еще больше любит их рисовать. Возможно, поэтому его книги динамичны, забавны, притягательны и полны тонкого юмора. Ну, например, Волк прекрасный кулинар особенно кондитер. Увидел красную шапочку в подзорную трубу и в куртуазной манере начал непринужденную беседу. Добрейшего вам уточка, моя прелестная юная путешественница. Но она прошагала мимо, неудостой волка даже взгляда. Потом призналась, что идет к бабке на день рождения и несет в корзинке кирпич, драный носок и засохшую жвачку. Волк собирает цветы и учит девочку печь фирменный торт. Покупает бутылочку оливкового маслица и, разумеется, влюбляет в себя довольно эксцентричную бабулю, любительницу фотоальбомов, кур и тортов. Так зародилась истинная дружба двух родных сердец. А вот девочка в красной шапке пошла по кривой дорожке, стала лесной разбойницей. Ноль плюс. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! Дай почитать!